Привет всем! У меня сегодня рыба томатной заливки. Вот здесь поджариваю я лучок с морковкой. Вот у меня обжаренная рыба. Я обжаривала с двух сторон, там где срезы, там где кожа, я не жарила. Ну, конечно, хвосты там жарились. В общем, обжарила до золотистого цвета. И вот у меня заливка томатная. Здесь у меня свежие помидоры размороженные, кетчуп домашний и немного магазинного. Цацабели, мексикана какие-то добавляла, такие острые. Ну, в общем, рыбу солила, почистила, порезала, посолила. Она немного постояла, потом обжарила. Это я еще не солила, я потом долью воды, и чтобы тушилось оно вот в этом всем. И буду пробовать добавлять, сколько мне воды. То есть воды, соли. Ну и специи, лавровый лист, конечно, и другие специи. Все, залила. Еще бы больше надо было бы. Но больше у меня нету, к сожалению, нету ни томатной пасты. Вот. Но это уже по желанию. Ну, теперь на маленьком огне я буду тушить. Тушится моя рыбка. Уже минут 40. Так как она жарилась в муке, соус или жидкая часть рыбки, она стала гуще. Потом, когда остынет, будет как соус, такая более густая. Но не совсем густая, но такая вот приятная. Еще забыла сказать, что я обязательно добавляю сахар, чтобы вот эта жидкость была сладковатым таким оттенком. Ну, в общем, еще бы ей потушиться, но я ухожу из дому, поэтому я, наверное, выключаю. Ну, а по желанию можно тушить. Вот кусочки все целые, булькает на маленьком огне. На самом маленькой, но все равно у меня вот немного и бурлит. Меньше нету у меня. Конечно, можно было еще больше. В общем, тушить до состояния консервы в томате. Но я такую оставила. Кость отделяется. Она наполовину была жарена уже до готовности. Протушилась еще немножечко. Но вот сахара я мало положила. Соус этот слегка сладенький. Я люблю больше. И хотя положила 2 столовые ложки. Надо было еще одну. Ну все, теперь пока-пока. А я буду кушать вкусненькую рыбку.